Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором вас никогда не обманут, не посоветуют чего-нибудь плохого купить в магазине, ну а главное, канале, на котором вы найдете в том числе обзоры на не топовые машины. Не на восьмерки, не на десятки, а на какие-нибудь песочные танки или очень редкие танки в нашей игре. И сегодня у нас абсолютно честный обзор на вот этого единорога КВ-13. Я больше чем уверен, что многие из вас даже не слышали про такую машину, а может быть слышали и хотели увидеть его, но навряд ли смогли найти его в боях. И сегодня я вам его покажу не то чтобы во всей красе, а как обычно таким, какой он есть на самом деле. Друзья мои, представьте себе, что вы каждый день у себя на районе ходите в бесплатный кинотеатр, и там каждый день вам показывают по несколько фильмов абсолютно бесплатно. Ничего с вас за это не просят, и максимум чего хотят, это вашего позитивного настроения. Представили себе? А теперь представьте себе, что этот кинотеатр пытаются снести. И для того, чтобы этого не произошло, единственное, что может спасти в этот кинотеатр, это собрать подписи со зрителей, которые хотят, чтобы кинотеатр стоял там, где он находится. Так почему несколько месяцев подряд вы смотрите мои видео без оформленной подписки, несмотря на то, что контент на канале вас устраивает? Ребят, давайте это менять, сделайте, пожалуйста, мне и каналу, я бы не сказал одолжение, но и не благодарность, а просто жест поддержки меня как автора и канала в целом. Оформите подписку прямо сейчас и помогите каналу развиваться. Вы и так будете смотреть дальше мои видео, эта подписка для вас не стоит ровным счетом ни гроша. Ну а для меня лично, как для человека и канала в целом, это возможность развиваться дальше и полноценно начать конкурировать с мастодонтами, которые оккупировали YouTube. Спасибо вам большое за продвижение моего контента, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно жмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить следующие видео. Я стараюсь специально для вас. Так вот, ребят, КВ-13 это легенда Блица, потому что его давно вывели, когда-то он находился в ветке исследования, потом многие игроки, пройдя, продавали эту машину, потому что хотели освободить себе место в ангаре, и есть малое количество игроков, у которых данная машина в ангарах сохранилась. Я больше чем уверен, что огромное количество игроков сейчас грызут себе локти из-за того, что в свое время КВ-13 продали. Но так ли он хорош? Настолько ли он крут? Нет, ребят, машина не крутая, будем говорить откровенно. Он уникален, как, не знаю, горбатый запорожец, наверное, да, или какой-нибудь там, не знаю, Ford 1939 года издания, только лишь потому, что их осталось мало, и он уникален. Как машина, может быть полное фуфло. А вот в отношении того, что он один такой, и за это его ценят. Что касается орудия. Орудие вполне себе даже интересное. 4,5 секунды время перезарядки. 200 единиц на базовом снаряде урона на 7 уровне. Вроде бы и не блещет, но в целом достаточно. Подкалиберные. Дают 170 единиц урона, зато имеют пробитие в 194. Ну, понятное дело, что против восьмерок не проиграешь. Но, ребят, на своем уровне можно вполне себе нормально играть против каких-нибудь хороших забронированных машин, тяжелых, пускай даже у себя на восьмом, господи, на седьмом левеле. Что касается урона в минуту, то целых 2654, что я считаю для среднего танка на седьмом уровне вполне себе приемлемым показателем. Что касается разброса и времени сведения, то здесь, ребят, мы это все будем обсуждать с вами в бою, а не стоя в ангаре, потому что эти цифры навряд ли нам что-то сейчас могут адекватное сказать. Что касается самого-самого грустного, что здесь есть, так это просто необъяснимый, немыслимый и абсолютно убеждающий в том, что КВ-13 на неровностях не играется вообще, угол склонения орудия вниз в минус 5. Это вообще ни о чем, для среднего танка это хуже, чем у тяжелых танков по большому счету. Что касается брони. Стоит отметить, что несмотря на то, что это средний танк, он неплохо забронирован. Что самое интересное, что у него неплохо забронирован нижний бронелист. Вот этот вот передний стык бронелистов имеет хорошую толщину брони в 120 мм. И вот этот вот шарф тоже довольно неплохо забронирован. Хочется также отметить, что башня очень большая, но в то же время имеет приведенки. И здесь очень часто бывают рандомные рикошеты. Хотя, если бить в лоб вот сюда, то здесь всего лишь 95 мм прямой проекции и 107, там 110 максимум, если брать с учетом приведенной брони. Есть еще комбашня, которая не такая уж и большая, но в целом вполне себе спокойно выцеливается. Играть, понятное дело, от башни на неровностях не получится, потому что угол склонения орудия просто никудышний. Хотя тоже, смотря как станешь и где. Но в любом случае, вот здесь вот по щекам башни
вполне спокойно будут пробивать, потому что брони здесь нет, поэтому особо от башенки не поиграешь. Что касается бортов, что касается кормы, то радует хотя бы факт того, что фугасов он не так уж и сильно боится, потому что здесь 85 мм брони по бортам, то же самое в корме, плюс здесь у нас приведенка 91, в прямой проекции 60, и единственное толковое место, куда можно закинуть ему фугас, это вот сюда вот под башню. Если попадете вот в эту шею башни, то соответственно вот сюда в этот бронелист, там где 20 мм брони, можно забросить осколки своего фугасного снаряда. Но по-моему это слишком сложно, здесь не такое уж и большое расстояние, и это разве что прям если совсем хочется над кем-то поиздеваться, в кого вы сзади уперлись и имеете возможность сюда накинуть. Но если вы встречаете данную машину в реальных, обычных, нормальных боевых условиях, то я думаю, что вы просто будете раздалбывать его с кормы, либо с бортов обычными бронебойными снарядами, и в принципе будет вам счастье. Что касается сравнения с другими машинами на уровне. Как видите, на уровне достаточное количество машин, и почему я говорил, что уникальность данной машины связана исключительно с редкостью данной машины. Потому что у нас на уровне есть Т-34-85 Руди, у которого точно такое же орудие. У него то же самое время сведения, у него практически та же самая скорость, пускай на 4 км бодрее, но не сильно ощутимо. Что касается мощности двигателя, разницы вы не почувствуете, то же самое и удельная мощность в лошадиных силах на тонну. Короче говоря, данные машины, я бы сказал, одинаковые. Ну как одинаковые? Руди-то хоть еще фармит 150%. Ну а что касается нашего КВ-13, то эта машина исключительно для фановых каток, когда вы хотите выехать из ангара весь такой красивый, весь такой довольный тем, что у вас есть что-то уникальное. Как я уже говорил, я сравниваю его с горбатым запорожцем, потому что на нем вы сильно не разгонитесь по дороге, но если он сохранился у вас в хорошем состоянии, то все будут обращать на вас внимание, потому что его редко встретишь где-нибудь на каких-нибудь трассах, куда он, в принципе, боится выезжать, потому что скорость все-таки выдерживать нормальную в потоке он не сможет. Что касается количества игроков, которые играли, то всего лишь 19 игроков, это абсолютно неудивительно, потому что данную машину, ну фиг ночью сойдешь с фонарем, а днем-то и тоже, я думаю, не сильно часто встретишь. Что касается процента по победам, то здесь смотреть как бы не о чем, потому что 19 игроков, 51%, и машина, в принципе, не про процент победы, а про то, как фаниться и кайфовать от того, что у тебя есть что-то, чего нет у кого-то другого. Кстати, ребят, хочется также отметить, что данная машина в свое время очень заходила тем ребятам, которые любили средние танки в этой игре, потому что она действительно в свое время неплохо себя показывала в обычных рандомных боях, когда была проходником. Ну что, давайте возьмем машину и попытаемся ее заценить. Итак, друзья, ринулись в бой. Как вы видите, ведет он себя, в принципе, как Руди. Абсолютно один в один в отношении подвижности, в отношении маневренности. В общем, в целом, машины очень сильно похожи по геймплею. Да это и не удивительно, потому что орудия полностью одинаковые, потому что подвижность и динамика, я бы сказал, тоже одинаковые. Все те отличия, которые можно найти, это как попытка найти 10 отличий в каком-нибудь журнале с кроссвордами. Ну, я думаю, каждый из вас знает, да, игру. Что касается сведения и точности, все на крайне высоком уровне, опять-таки очень-очень похоже на Руди. Дальше. В отношении урона. Урон, в принципе, неплохой, и с учетом скорости перезарядки орудия, ты действительно чувствуешь себя довольно-таки комфортно в бою и получаешь массу удовольствия от того, как часто ты можешь настреливать. Единственное, что стоит отметить, что живучести у данной машины не так уж и много, но с другой стороны, это средний танк, и ожидать от него прям каких-нибудь вау-результатов в отношении танкования и так далее не приходится абсолютно. Я думаю, что СТ-воды, в принципе, понимают, к чему я клоню. Это стандартная машина в отношении отыгрывания. Вы можете принимать какие-то рикошеты, но не так уж и часто. Ну и вот вам, пожалуйста, вынесли Т-34-85, абсолютно не страдая. Потому что, в принципе, как для среднего танка, как я говорил, альфа довольно-таки интересная. Поехали дальше прожимать, поехали дальше давить на наших соперников. Попытаемся максимально далеко отъехать так, чтобы, может, даже и не засветиться, проскочить на ту сторону, ну и там дальше будем отбрасывать по нашим товарищам красного цвета. Засветились все-таки. Отхватываю. Надо бежать, надо бежать. Навскидку кинул. Так, вот уничтожитель меня вообще не радует, потому что для уничтожителя я на один зуб
сейчас сделает мне крайне больно и крайне грустно. Но подвигайся еще чуть-чуть вперед. Вот ты, товарищ, мне и нужен был. Все, приехали за мной. Ай, ай, блин, надо было все-таки включить прицел. Что-то я совсем тут обнаглел и быканул. Нет. Нет, блин, ремки нет. Все, хана, ребят. Блин, я не догорел. А вот это уже приятно. Ну, а вот это уже неприятно. Да, такое тоже бывает. Я немножко психанул. Надо было мне настолько сильно не зажираться. Надо было все-таки проскочить туда дальше. Обойти этого товарища. Я надеялся на то, что ВК с ним справится. Но почему-то он его пропустил из виду. Ладно, досматриваем бой. Возьмем данную машину и заедем еще раз. А перед этим давайте обратим внимание на нашу тушку, на которой почему-то не сохранились абсолютно следы пробития. Но поверьте мне, пробивали везде, где попадали. Досматриваем каточку и попытаемся еще раз. Итак, друзья, победа, всего лишь 733 единицы нанесенного урона, но я смог сделать один фраг, может не сильно много, но хоть какой-то вклад в победу с моей стороны был. Что касается доходности, то понятное дело, что мы в минусе, и здесь я абсолютно не удивлен, но я готов даже на основном аккаунте уходить периодически в минус ради того, чтобы получить удовольствие от боя. В данном случае удовольствие от боя, безусловно, было не настолько велико, как могло бы быть, и насколько позволяет КВ-13, нас очень хорошо спас ВК-3601H, которому я с удовольствием поставлю лайкос. Он накосил целых 1750 единиц урона, что намного больше, чем другие игроки, именно благодаря тому, что он вовремя сориентировался и правильно поступил на финише данной катки, мы получаем победу. Ну а наши соперники получают лайки за то, что они достойно сражались, и у них были все абсолютно шансы на то, чтобы победить. Ну что, давайте берем машину и попытаемся заехать еще раз в каточку, для того, чтобы, возможно, заценить ее как-то более подробно, что ли. Итак, друзья, второй бой. И давайте поедем вместе с нашими СТ. Как раз попытаемся в районе точки А заценить, что собой представляет угол склонения орудия у среднего танка. Ой, пардоньте, миссир. Что собой представляет у среднего танка угол склонения орудия всего лишь в минус 5. Но это крайне, крайне ужасная цифра, которая, ну, постоянно не дает мне покоя, когда я выезжаю на данной машине. Да, безусловно, я получаю какое-то моральное удовлетворение от того, что заезжаю в бой на чем-то уникальном и нестандартном. На том, к чему прикованы взгляды периодически, и кто-то пишет: «О, ничего себе! Какая машина, КВ-13, редкий гость наших боев!» Но это максимум того, что эта машина может вам предоставить. Уж будем объективны. Я всегда говорю так, как есть, и ничего не скрываю. Это далеко не имба. Ничего супер крутого в ней нет. Стоит отметить, что те же самые ощущения, все то же самое вы можете получить на Руди, который периодически выставляют в магазин на продажу. И я хотел бы у вас сейчас поинтересоваться, а какую сумму голдой вы готовы были бы отдать за данную машину, чтобы поставить ее себе в ангар? И вообще, в принципе, готовы ли вы отдавать какую-то сумму за данную машину? Или, возможно, вы хотели бы, чтобы эта машина появилась в каком-нибудь ивенте, почему бы и нет? Возможно, когда-нибудь разработчики захотят сделать всем нам приятно и каждому подарить возможность данную машину себе заполучить. Друг, вот ты меня как-то так интересно постоянно подпираешь. Я реально никуда отойти из-за тебя не могу. Ну все, в принципе, я так понимаю, что сейчас я получу еще одну тычку и отъеду отдыхать. Так, хорошо, пока он на перезарядке, давайте попытаемся еще раз накинуть. Адреналин. Адреналин у меня, адреналин у танка. И окей, хорошо, вроде бы справились. Что у нас остались? У нас остались буги и две ПТ-хи. Так, буги, брат ты мой. Есть. Очень хорошо.
Блин, ну вот прям на грани фола играю с вот этим углом склонения орудия вниз. Но, слава богу, пока фарт на моей стороне. Буги, Буги, сколько ты накидываешь за выстрел? Ну, уже, в принципе, не имеет значения. Три фрага, куча отверстий в корпусе и комбашне, про которую я говорил. Но море удовольствия. Часть адреналина перешла от меня к нашему заряжающему, который великолепно справился. И мы таким образом одержали победу. По-моему, довольно неплохие результаты для данной машины. 2200 единиц урона, знак классности второй степени. Три уничтоженных соперника, что существенно приблизило победу. Мы в данном случае уже не в минусе. Пускай не в очень крутом плюсе, с учетом прем-аккаунта 21 тысяча округляя и всего лишь 10 тысяч без према. Но, ребят, повторюсь еще раз, если вы хотите фармить на подобной машине, то для вас Руди. А если вы хотите заехать в бой на чем-то, что редко встречается в боях, и блеснуть собой, то, безусловно, КВ-13 машина для вас. Единственное, что навряд ли вы ее когда-нибудь сможете себе получить, если разработчики, как я уже сказал, не придумают какого-нибудь интересного ивента для нас, в котором можно будет данную машину получить. Ну или если они не выставят данную машину на продажу. Я сомневаюсь, что они когда-нибудь выставят ее за голду, но возможно когда-нибудь она появится за реальные деньги. Опять-таки, повторюсь, меня интересует ваше мнение. Какую сумму в реальных деньгах или в золоте вы готовы были бы заплатить за КВ-13, чтобы он стоял в вашем ангаре? И вообще, видите ли вы смысл в этой машине в вашем ангаре в целом? Я снимаю специально для вас и надеюсь на то, что вы поддержите канал своими подписками, своими лайками и обязательно под своими комментариями под моими видео. Это существенно способствует развитию канала и продвижению его на платформе YouTube. Спасибо большое за просмотр, мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока.